Здорово. Ночью я писала, стоим после того, как мы позавтракали по талончику в ресторане. Сегодня мы ничего не будем делать, мы будем отдыхать, а завтра мы будем прыгать, да. Эти на стуле. А на заднем плане там Настя колбасит Жориком. Умная лошадь. Жорик солярий. Ну типа в солярии, ну типа Настя его чистит. А на стуле спит. Кушай, кожа. Я пришла кормить Марселя, меня его хозяйка попросила, так что вот. А тут Настя спит. Кусик. Марсель накормлен. Ням-ням-ням, пластик стал. Кушай. Ну, я потом. Давай сюда. Кушай тут. Сейчас мы шагаем с конями второй раз. Настик опять хочет поваляться, походу. И, короче, сейчас мы пошагаем и... Ну ясно! Ну ложись уже! Лежать! Супер! Наска! Хорошая! Наска! На-на-на-на! На! Ой, супер! Молодец! Самая чистая лошадь. Не успела я договорить, он уже тут шлепнулся. Короче, сейчас мы пошагаем с ними чуть-чуть и будем их кормить сеном. Сеном будем кормить. Очень интересно, мы третий раз шагаем в бочке. Хе-хе. Даже показать нечего.